Главу Республиканского научного центра дерматологии и его заместителя подозревают в коррупции. По версии следствия, они получили 5 миллионов тенге от руководителя Международного института последипломного образования. В Антикоре Алматы пояснили, что крупная сумма была передана после заключения договора на оказание услуг по повышению квалификации медработников. Санкции суда главу центра взяли под стражу. Расследование продолжается.